Автор – Гульмира Жапишева. Категория образования. Автор блога – министру образования и науки Республики Казахстан Сагадиеву. Уважаемый министр, мой вопрос касается установления доплаты за преподавание на английском языке предметов физики, химии, биологии и информатики. Выплачивается ли доплата в зависимости от фактической нагрузки учителя? Уважаемая Гульмира, с 1 сентября 2017 года в государственных школах учителям, преподающим предметы физика, химия, биология и информатика на английском языке, устанавливается доплата в размере 200% от базового должностного оклада. Данная доплата исчисляется учителям, имеющим документ о прохождении международного экзамена на знание английского языка, либо имеющим языковые компетенции, позволяющие преподавание предметов на английском языке согласно приложению к диплому. Доплата начисляется за преподавание предмета на английском языке вне зависимости от количества часов. В целом в Казахстане порядка 300 тысяч учителей. Из них 206 тысяч получат соответствующие доплаты в 2018 году. Это первые, вторые, пятые, седьмые классы с 1 января. Третьи, шестые, восьмые классы с 1 сентября 2018 года. То есть это все учителя, которые перешли на обновленное содержание, получат эти средства. До 2020 года все учителя школ, это 300 тысяч человек в среднем, получат соответствующие доплаты. Для примера, учитель со стажем свыше 25 лет и с высшей категории в городской местности будет получать доплату порядка 25 тысяч тенге, в сельской местности – более 30 тысяч тенге. А суммарно, с учетом действующих доплат и новых внедряемых доплат, заработная плата учителя в городской местности будет примерно более 130 тысяч тенге, в сельской местности – чуть более 160 тысяч тенге.